Всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет вот такая вот, как тут пишут, написано на упаковке, action камера. Заказывали в Китае. Ну, посмотрим на качество, какая она пришла. Вот тут есть фото, можно на шлем закреплять, крепить на руль велосипеда. Ну и так просто пользоваться. Вот такая вот камера. HD 720. Ну, давайте посмотрим, что у нас в середине. Так. Получается вот такой набор. Вот. В принципе, что можно сказать, упаковка красивая такая. Тут еще идет целый набор всяких креплений. Так, вот сама камера. Получается, вот она, вот такая вот. В чехле. Как там написано, что чехол влагостойкий. То есть, ну, проверим его, как он, пропускает ли он воду или нет. Это уже проверим потом. Так, есть вот такое вот крепление. Идет с камеры. Так, это на руль крепление. Это, наверное, и на руку крепление. Можно ремешком закреплять на руку. Это на селфи-палку. Ну, это зарядка, походу, получается, да. USB кабель. И еще два крепления. Так, то есть получается, много тут получается аксессуаров. Это получается крепление, можно использовать видеокамеру как видеорегистратор в автомобиле. Ну, мы все попробуем. Завтра, я думаю, попробуем крепление, как можно ее закрепить на велосипед. Поснимаем, как она снимает в движении. Ну, в принципе, посмотрим, какая она, как она работает, какая она в работе. Так, чехол. А, вот еще крепление на самой камере было. Чехол. Ну, сейчас посмотрим. В принципе, ага. Открывается оно. Открывается чехольчик. Очень интересно. Вот так вот. Оп. Вот такая вот камера. Вот такой вот чехол в середине. Ну и вот, вот сама камера. Написано HD. Так, ну не знаю, посмотрим, какое тут HD. Так, тут вот есть, я вставил карту памяти, чтобы посмотреть, проверить, как она пишет. Давайте посмотрим, заряжена ли она или нет. А, включается она вот спереди. Ага, включилась. Welcome. Так, есть уже. Тут включен режим HD. 6 минут уже записано. Ну, как вы видите, уже батарейка уже немножко подсела. Пока камера, походу, к нам летела доставкой. Ну, вот такое вот качество изображения через камеру. Завтра сниму вам видео этой камеры в работе, какая она есть, по качеству съемки, по всему остальному. Кстати, тут можно делать и фотоснимки. Так, в принципе, вот это вот, вот тут вот переключается меню, вот это вот фото можно делать. Вот тут вот есть вот фотоаппарат.
спереди кнопка той, что мы включаем камеру, это же кнопка и меню. Так, вот тут вот снимали видео в машине, движение, как она снимает. Ну, вот так вот. Вот такая вот камера у нас сегодня на обзоре. Ну, в принципе, посмотрим. Если она стоит своих денег, стоит она порядка $23. Ну, а там уже смотрите по курсу доллара, сколько она будет стоить на тот день, что вы захотите ее купить. Тут вот батарейка. Ага, вот так вот. Открываем. Вот есть батарейка. И, в принципе, вот сделано вот так вот, что можно ее вытащить. Вот такой вот язычок. Ну, вытаскивать не будем. Зачем он нам надо? Завтра будем проверять ее в движении на велосипеде. И проверим сам чехол на влагу, как он пропускает или нет. Все, мы ее выключили, в принципе. Сейчас еще попробуем подключить зарядное устройство, то есть USB кабель, и посмотрим, как она заряжается. В принципе, мы ее подзарядим и завтра будем использовать. Так, ну, вот такая вот камера сегодня на обзоре. Всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях под видео. Ставьте лайки, если полезно. Всем спасибо. Всем пока.